участвует в чемпионате, а новичкам, как известно, везет. Победит сильнейший, а кто это будет, посмотрим. Начинаем финал 9-го чемпионата по скоростному проектированию СУТП «СКАДА Трисмотр». В финале участвуют Щепетов Александр, город Энгельс, и Щепелин Алексей, город Пермь. Тот из участников, кто сумеет первым создать и запустить систему под SCADA Traceball, получит главный приз. Перед участниками финала ставится задача разработки автоматизированной системы управления бункером. В базе каналов TraceMode узла Embedded RTM для контроллера XPAC с операционной системой Windows XP Embedded, который работает под управлением исполнительного модуля MicroTraceMode 6.09, создано два бункера из моделей TraceMode Reservoir и задвижка бункер А и бункер Б. Финалистам необходимо разгрузить свой бункер, подав команду на открытие задвижки. Изначально оба бункера полностью, то есть на 100%, заполнены, а пустым бункером считается тот, в котором текущее заполнение составляет менее 1%. Участники финала, взяв за основу проект, созданный для узла контроллера, разрабатывают узел RTM для управления бункером. Щепетов Александр управляет бункером А. Щепелин Алексей управляет бункером Б. Победителем будет признан тот участник, который первым загрузит бункер. Всем понятно? Участники готовы. Сейчас моя ассистентка запустит таймер с планшетного компьютера при помощи нашего нового продукта TraceMode Mobile для операционной системы Android. При помощи TraceMode Mobile для Android можно удаленно подключаться к устройствам, работающим под TraceMode, получать с них информацию и управлять технологическим процессом. TraceMode Mobile – это консоль для мобильных устройств, то есть для планшетов и смартфонов. В данный момент мы запустим таймер на моем компьютере по команде с планшета моей ассистентки. Добрый день! Мы ведем наш репортаж из офиса компании «Адастра» о финале 9-го SCADA чемпионата. Пока наши финалисты грузят инструменталку и проект, буквально пару слов о их настройке. Алексей спокоен как танк, расслаблен и вальяжен, я бы сказал. А вот, например, ему Александр подтянут и собран, понятно, новичок. Видно, что уже наши финалисты избрали разную тактику. Александр работает от графики. Алексей, похоже, конфигурирует связи между узлами и выполняет настройку узла. Так, судейство контролирует процесс. Это приятно. Так, заканчивается первая минута. Смотрите, а у Александра тоже. Экран-то готов. Практически все необходимые элементы уже размещены. Так, смотрим, что у Алексея. Алексей только приступил надписи, формирование надписи на экране. Так, смотрим, что у нас еще. Так, ну, по нашим оценкам, время на разработку данного проекта варьируется где-то от 2,5 до 3 минут максимум. То есть, по сути дела, мы уже экватор прошли. Так, Александр над чем-то задумался, видимо, смотрит задание, уточняет какие-то детали. Так, Алексей методично и спокойно, очень, я бы даже сказал, спокойно работает с экраном. Кстати, молодцы ребята, даже не отвлекаются. Так, Александр пошел уже в стадию завершающую. Видим, что это уже идет конфигурирование связи между узлами. Так, смотрим, истекает вторая минута. Так, Алексей все еще в экране, все еще в экране, да. Кстати, хочется сказать, что дизайн графики в наших соревнованиях
не оценивает. Поэтому сильно стараться отвлекаться на красоты не стоит. Вот видим, да, выстраивает по левому краю. Аккуратно работает с цветами, привязками и так далее. Так, смотрим. Опа! А у Александра-то уже запуск профайлера. Да. Так, смотрим на время. 2:24. Так, по-моему, уже нажата кнопочка. Да. Вот пошла команда на открытие бункера А. Смотрим. Бункер опустошается, время идет. Мы его фиксируем. Это победа! Сейчас моя ассистентка даст команду на печатание протокола. Соревнование завершено. Победителем соревнования объявляется Щепина Александр Владимирович, город Энгельс, Россия, с результатом 2 минуты 29 секунд. Второе место присуждается Щепелину Алексею Николаевичу, город Пермь, Россия. Он награждается дипломом. Программное обеспечение Трисноу. И смартфоном Samsung Galaxy S3. Компания «Адаст», что мы ставили такие мероприятия, интересные, захватывающие, позволяют реализовать свои способности. Ну и потенциальным участникам хотел бы пожелать участвовать побольше, чтобы количество было. То есть не стесняйтесь, участвуйте, все у вас получится.